52 человека было. Я пришла сюда без 10-10. Было 52 человека. А почему вы думаете, так происходит? Ну, закрыли кассы. На спортивной закрыли кассу. Закрыли кассу где-то на 11-м квартале. Сюда народ ринул весь. Я и в прошлом месяце платила, такая же петрушка была. Ну, а что делать? Ну, вот не знаю, что делать. Ну, просто пенсионерам, больным, через одного инвалиды все. И стоять по 3 часа в очереди, это не дети мысленно. Плачут. Вот если бы еще сидеть где-то было, ну что тут 5 сидений, это с костылями, тут и с детьми, и всякое. А я так понимаю, что все стараются до 10 числа заплатить, да, чтобы не было штрафов? Вы видите, что молодых-то практически нет, одни пенсионеры. Молодые, может, через интернет платят или как, а пенсионеры получили деньги, бегут сразу, через полчаса нужно заплатить. Стараемся как можно честнее быть, ну а получается себе хуже. Он определит свой бюджет остаток от пенсии. Да. Нет, нужно, конечно, решать этот Привет. Вопрос. Свои же деньги несем, чтобы быстрее оплатить, и возможности нет. Ребенок плачет? Или что ты выглядишь? Он в паспортном. Куда она ушла? Тяжело. Thank you.